Здравствуйте, сегодня мы поговорим о таком вот программаторе Orange. Это не оригинал, это аналог. С ним в комплекте идет вот такое количество панелек. Соответственно, здесь панельки вставляются вот таким образом. И уже вставляется микросхема. Но здесь, в принципе, все подписано. Все микросхемы. А он в основном через панельки работает с моторолами и Техас инструмент. Также есть вот такие панельки для разблокировки чипов PCF7941. Там в программе, в принципе, есть функция разблокировки. Также можно работать с ним через OBD разъем. Соответственно, вставляется переходник. Подсоединяется разъем и уже OBD2, и работаете в машине, соответственно, через диагностический разъем. В комплекте еще идет вот такие вот проводки для подпайки. В принципе, удобно. Также здесь для восьминогих и промок есть достаточное количество переходников под разные типы и размеры, можно их использовать. Ну, под Motorola есть вот такого плана. Здесь идут в комплекте джамперы. Соответственно, в программе там указано, что сделать, какие перемычки должны быть. Аналог идет с тем же софтом, что и оригинал. По функционалу разниц нет. Скрипты можно отдельно найти, в принципе, на просторах интернета и добавить их в программу. Функционал одинаковый, что у оригинала, что у аналога. Разницы в этом нет. Так что вот такой вот приборчик. У него еще есть доп. Питания 5 вольт, соответственно. Иногда при программировании нужно подавать, он просит. Ну, в программе там все это будет видно. Там же в программе есть еще схема подключения по микросхемам. В принципе, есть внутрисхемная, есть уже по панелькам. Там идет, ну, у каждой панельки есть свой номер, соответственно, панельки. И там в программе указывается такая-то панелька для работы с такой-то микросхемой. Ну вот, в принципе, все. Спасибо за внимание.